Hey, yo guys, мы шумки, мы продолжаем родить руку названием Spider-Man Shadow Dimensions. Окей, выбор эпизода у нас остается последний враг. Полетели, да, стандарт. Это Человек-паук черный у нас. Советики. Интересные факты. Надо следить за этим пареньком. Норман Осборн и о Питере Паркере, которого укусил инфекционный паук. Совершенный человек, паук номер один. А, хорошая новость для Дэдпула и совершенства вселенной комиксов. Он... Отлично, просто прекрасно. Я подумал заскочить в... и попросил помощь у Ника Фьюри и его агентов. И вот что я нашел. Это, короче, агентство щит, если что. Случилось что-то неприятное. Ну или Ника. Отвратительный вкус с дизайном Триера. О нет, нет. Это уже видел? Это красную маску. Тело высушено досуха. Только одно существо способно на такое. Только одно. Кернедж. Заключенный 90М сбежал из камеры. Всем охраним, срочно выяснить на тюремный этаж. Знаете, вот эта типа карта, знаете, чем на что мне похоже? У меня не было ничего подобного. Вот это, короче, камера, да, ну, которая крутится. Похоже на улей, как в Resident Evil. Ну, я могу, конечно, ошибаться. Но помните, там такая же карта была. Вон, трупики видели, лежат, отдыхают. Трупики. Ладно, смелее. Маленькие карниши. Боже, ну и мясорубка. Я не хочу туда идти, потому что это все зомби. Hey, ну, что можно... Не, они нихера не медленные. Да, хорошо. Знаете, почему... А, теперь они красные. Черные, почему они были? Ну да, они типа кажутся медленные, а потом бац, такие. А где звуки? Так, сразу стоять. Паутина судьбы. Спасите мирного жителя от зараженного агента щита. Боже. Чувствую, скоро подохну. О! А страшно! Отстаньте от меня! Не надо! Нет, держись! Ну как видите, хотя они медленные. Ладно. Эй! Они как зомбаки, скажите.
Хорошо. Вот ярость да, очень сильно помогает. Так. В смысле? Не очень объясните мне, что происходит. Карнедж. Ага, вот теперь все ясно. Карнедж, тот красный монстр, клон, заключенный 900М, личный идентификатор. Он сбежал, когда мы его исследовали. Мне удалось спрятаться от него. Но агенты, которые он убил, ожили. Раньше у него не было таких способностей. Надеюсь, это не из-за волшебного искалка. Боже, как ты о нем узнал? Идиот. Это было опасное испытание, когда мы приблизились два осколка друг к другу. Просто открой дверь. Ты... Погоди, ты хочешь заполнить его? Зачем? Потому что любая сила принадлежит ответственности. Тебе, думаю, не понять. Какой-то немножко шутковатый. Обнаружен симбионические материи. Запускай протокол ликвидации. Что за... Ха, ну ладно. Одно очко за огненного робота. Обнаружена симбионическая материя. Запускай протокол ликвидации. Блять, на мне что же симбион? Я знал, что он не стоит одевать этот черный костюм. Уа. Так, тихо. Как же бесит. Что, ты сегодня едешь на дискотеку? Сегодня только 9-е. Ой. Я боюсь к нему довольно близко подходить. Почему ты вот не хватаешь? Может, мне нужно, типа, задеть пятерых сразу? Если да, то понятно, почему тогда. Пипец он какой-то... Ни хрена! Неужели схватить? Они что тебе... Вау! Они... Понимаете, они они просто пуляют рандомно. Hey, так. Тихо. Спасибо, ребят. А, теперь мне нужно, получается, задеть десятерых этой херней. Окей. Десятерых это сложно будет. Может, пускай они сами там разбираются. Let's do this.
Да, хорошо. Так ему же все равно. Я тебя остановлю любой ценой. Смотрите, еще один. А, ребят, да, спасибо. О, отлично. Так. Так, походу, ну я бегу правильно, поэтому мне все равно. Так. Ну не могу я задеть. Только количество, которое говорят. А куда он делся? Алло, а куда Карниш делся? Хорошо, отлично. Опа, захват. Не, все-таки даже зомби. Пускай они мало наносят, но они... Ай, блядь, я забыл уничтожителей. А меня уже отсюда не выпустят. Так, есть хорошая новость. Кажется, я понял, как выбраться. Ну, здесь я полностью с тобой согласен. Здесь я с тобой полностью согласен. Да, и насчет то, что здесь безумие происходит, тоже. Так, чтобы они мне не мешали. Ты видел это? Да, я видел. Не может быть. Отлично. А то у нас проблем было мало. Я понимаю. Так какого черта? Да. Ну, эти хотя бы не так много наносят. От отличия от той. От зомбик. Восьмерых только задел. Ха!
Да что за хрень? А, все, все вышли. Сука, опять не то. Изи. Хорошо. У тебя получилось. Да я знаю, что у меня получилось. Так, давайте развитие паука. Сейчас, паутина судьбы. Ну блин, короче, я это уже не буду выполнять, потому что мы, считай, уже скоро с вами закончим игру. Развитие паука. И где? Я понял. Скорее всего, боевые навыки. Удар молота. Побежали. Человек-паук, на помощь! Я тут! Давай, куда тебя отвезти надо? Ага. Так, соберем давай паучков. Так. Все с персоналом. Спасибо, что спас меня. И удачи, она тебе понадобится. Это ты мне говоришь? Прекратите! Время отдыхать. Мне нужно их убить всех. Выглядит довольно хорошо. Ой, а что по времени? А, нужно в ярости быть, я понял. О, неужели открылись? Ворота открылись. Досадос. Невероятно, это разбитый груз... Кто? Нет! Опять по морде бить? Знаете, это быстрее превратился в этого. Баскетболиста. Ой, баскетболиста. Футболь. Причем здесь баскетбол, блин, футбол? Боксера. Ты монстр. Вау, вау.
Ой-ой-ой, я подгораю. Хорошо, мне еще нужна одна эмблема. Которую, конечно, я не вижу. Тихо. Рот закрыл. Мама тебе никогда не говорила, что что-то там. Полетел. Эй, я горю. Изи. Мэйдем, мэйдем, это грузолет Дельта Сиерра. Меня кто-нибудь слышит? Мэйвел, мы возвращаемся. Кажется, он направляется куда-то. Мэйвел, Мэйвел, это чудовище забралось к нам на борт. Повтори, у нас гости. О, бля. Нет, 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 нет. Больше никогда. Всем покинуть территорию. Шевелись! Поднимайся в воздух. Да ладно, живее. Может, я пойму... Что? На нас напали зараженные заключенные. Я теряю высоту. Внимание, приготовьтесь к аварии. К аварийной посадке. С ума сойти! Я думал, это уже конец. Нифига. Так, паучок, только спокойно. Да? Так, да, стоять. А, туда мне, значит, не попасть. Ладно. О, отлично. Да ладно! Хорошо, бежим. Походу, мне нужно наверх, да? Давай просто... Не могу, я понял. А, не, все-таки могу. Или не могу. О, могу. Стой, мне нужно заряда. Так,
Отстань от меня! А мне вообще нужно было на захват нажимать. Все, отстань, все, я пошел. До свидания. Так, что у нас тут? О, лучше не попадаться, осторожно. Так, сейчас нагадай, наверное, надо разбить гигантское яйцо в центре. Человек-паук, если ты слышишь меня, это агент Виллион. И сюда, мы запускаем сюда новые роботов, теперь они считают тебя союзником. Смотри, они красные. А ничего себе, у меня теперь есть, друзья, этого я назову Эрби. В чем подвох? Я понял. Хорошая битва с боссом. Чисто на защиту. Найс. Ой, у меня один робот остался. Не трогай моего дружественного робота. Тихо, тихо, не смей его бить. Давай быстрее. Нет, нет, нет. А, тогда у меня другой вариант есть. Нет, у меня. Отлично. Блин, черный человек-паук, он очень медленно бьет. Очень медленно. Я не проиграю какому-то там монстру. Вот сказал спагетти. Тихо. Ладно. Я ни хера не понял. Он опять превратился в яйцо. О, привет. Не трогай моего робота. Spider-Man,
Так, хорошо. Лопнул как мыльный пузырь. Лопнул как мыльный пузырь. Так, хорошо. Отлично. Давай, давай. Не-не-не. Да ты задолбал в яйцо превращаться. Не трогай моего робота! Давай, я их всех убил. Отлично. Давай, сделай это. Блин, ну, медленная драка с ним происходит. Давай, давай, давай. Он сейчас снова на меня все равно нападет. О, класс! Индейка, ты вырубался. Что такое? Мне казалось, тебе нравится в огне. Виноват. И не высовывайся. Сколько? Блин, жалко, что это пропустить не могу. По времени 27, ну, пускай минут там сколько было. Не знаю, много минут. А в галерее призван доступный, понятно. Погнали, 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 погнали. А неплохо, паутиноголовый. Они перебрались из одного измерения в другой, побеждали опаснейших врагов, и наши последние осколок легендарности сдержали порядка и хаоса. Но это еще не все. Напоминаю, у нас уже дама в беде. Чего мы ждем, герои, вперед! Что теперь? Нельзя давать осколок Мистерио, но если он его не получит, он убьет мадам Сеть. Думай, паучок, думай. Спустя годы притворства и шарлатанства, фокусов и трюков, я научился настоящему волшебству. Я больше не буду ждать, где он? Мне нужна скрижаль! Не ной! Что? Осколки! Собирается в скрижаль! Ну, просто класс. Я сильнее бога! Я сокрушу! Пределы нашей реальности. Мадам Сеть, не за меня волнуйся, Джек, вы смотрите, ткани волшебства паука реальности начинает распускаться. Да, вселенная изменится так, как я захочу. Я поглощу любое измерение, все на свете превратится в Мистерио.
Это последний шанс. Стены реальности разрушены. Я не могу призвать твоих двойников из другого мира. Только все вместе вы сможете выстоять и защитить наш мир. Хорошо, ребят, давайте тогда на этом заканчиваем фасу, да, и я начинаю следующий... А, все. Фух. Я думал, сейчас начнется next серия. Так, отличненько. Ну, финальный, понятно, кто у нас будет, да, это Мистерио. Поэтому галереи призов. Пук-пук, па-па-па-пук. Пук-пук-пук-пук. Космический человек-паук получил свои способности благодаря загадочной силе физической волшебства усиленной, которая наделяет люди удивительными свойствами. А по всей видимости, Мистерио совершает самоубийство после того, как его... Блять! Они опять мне... Ни хрена! Сколько новых! Карнейдж, к этому врагу Человек-паук испытывает особые чувства, ведь он плоть от плоти Питера Паркера. Когда Питер сдал анализы крови доктора Куртуса Коннерсу, он не подозревал, что тот смешает ее с химикатами из черного костюма. Ричард Паркера. А смесь превратилась в монстра, который сделала лишь своим инстинктом стремиться выжить любой ценой и уничтожить любого, кто встанет у него на пути. Человек-паук попытался сжечь чудовище в доминой печи, сражаясь с ним вместе с бойцами щита. Впоследствии выяснилось, что щит ведет собственные эксперименты в этом направлении. Совершенный Человек-паук 61. Щит. Смешанный образец ДНК, заключенный 900М. Омерзительного чудовища по имени Карнедж с таинственной силой скрижали порядка и хаоса. Ученые щита рассчитывали изобрести кардинальный новый источник энергии. Несмотря на принятые меры предосторожности, монстр скрылся. Он разгромил базу, поглотил жизненную энергию солдат щита и превратил их в ходячие трупы, которые хотят уничтожить все живое, включая Человека-паука. Spider Dimensions. Разрушитель. Модель 2. Разрушители роботы второго поколения, которые передвигались на двух ногах и приспособлены специально для уничтожения симбиотов, таких как Веном и Карнедж. В отличие от роботов первого поколения, которые были списаны из-за опасений Ника Фьюри, эта модель запрограммирована атаковать Эдди Брока и ему подобных. Однако, если Питер Паркер снова наденет темный костюм, роботы не сделают для него исключения. Так, первое появление, совершенный Человек-паук 100 и Spider-Man Shadow Dimensions. Ну, понятно. А, это второе поколение там. Там мы тут, ну, типа, совершенный Человек-паук показано. Первое поколение, а здесь второе. Ладно, давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.